Люберцы с рабочим визитом посетил депутат Государственной думы от партии «Единая Россия» Роман Терюшков. Вместе с главой округа Владимиром Ружицким он проинспектировал ход капитального ремонта здания гимназии номер 1 и реконструкцию площадки для экстремальных видов спорта в Центральном парке. Сколько метров уходит? 750 пантрек, это вот у нас за спиной, где песок отсыпан. Территория для экстремальных видов спорта в Центральном парке была создана давно. С весны до осени здесь оттачивали свое мастерство любители скейтбордов и велосипедисты. Площадка пользовалась большой популярностью подростков и со временем пришла в негодность. Поэтому в прошлом году было принято решение ее демонтировать. Наши жители просили сделать здесь хорошую зону отдыха для любителей экстремальных видов спорта. Мы при формировании народной программы этот объект включили. Народная программа реализуется в полном объеме, как мы обещали жителям, при формировании ее перед выборами 2021 года. Партия «Единая Россия» дает обещание, их выполняет. Здесь каждый найдет себе занятие по душе. Самые маленькие смогут кататься на беговелах, роликах и самокатах, а ребята постарше будут выполнять различные трюки на велосипедах и скейтбордах. Благодаря освещению, которое установят по периметру площадки в 1300 квадратных метров, заниматься спортом станет возможным и в вечернее время. 24 августа мы должны школу полностью сдать вместе с оборудованием. Из Центрального парка Роман Терюшков и Владимир Ружицкий отправились в первую гимназию, в которой продолжается капитальный ремонт. Черновые работы уже позади, рабочие приступили к внутренней отделке. Кабинеты и коридоры подготавливают под покраску. На полу будет лежать линолеум, а на лестницах и в санузлах – керамическая плитка. В данный момент производится монтаж всех инженерных систем, отопление, водоснабжение, канализация. Проводится монтаж по электроснабжению, слаботочным системам, видеонаблюдения. К ремонту фасада тоже приступили. Дизайн-проект согласован с учителями и родительским комитетом. Архитектурный облик здания будет сохранен. На реконструкцию гимназии выделено более 240 миллионов рублей. Это средства из федерального, регионального и муниципального бюджетов. Здесь полным ходом идет реализация тех поручений нашего президента, нашедших отражение как в народной программе партии «Единая Россия», так и в бюджете Российской Федерации. Сейчас уже порядка 40% работ выполнено. Свыше, насколько я успел отметить, 150 человек работают на объекте. На тот объем я уверен, что подрядчик справится с задачей, даже более ранний срок завершит работу. По планам, в конце августа все работы и в гимназии номер 1, и на площадке для экстремальных видов спорта в Центральном парке будут полностью завершены. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.